Давай, последнее про то, почему я дьявол. Давай. Кристалл Майот, мой клип, подводящий итоги 2020 года, где я как раз приезжаю в конце в свою резиденцию мрака, в кайф. Там засэмплена мелодия, вот эта ла-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 ла. Она из фильма «Ребенок Розмари», о чем я узнал потом. А «Ребенок Розмари» — это фильм про то, как люди выбирают, решают, какую женщину выбрать, чтобы отдать на изнасилование дьяволу, чтобы родился вот от дьявола ребенок, который будет ходить по земле. И типа я такой, ну все, блядь, ну по-любому. Ну, извините, придется мне нахуй носить на себе вот это вот дьявольщину. И одна из моих самых популярных песен, это «Кристалл Майот», была засэмплирована из фильма «Ребенок Розмари», где выбирали женщину, которую отдадут на изнасилование дьяволу, чтобы родился ребенок. Ты это я знала? Об этом не знал. Ты это знала? Я тоже не знал. Да тебе-то плевать, да ты пропавший. Знал. Ты знала, куда ты попала, в какие лапы к дьяволу, а? Вот ее и выбрали, от нее и родится дьявол. О чем я узнал потом? Пиздобол по жизни. По жизни я пиздобол. Я об этом не знал. Ты это знал? Я тоже не знал. Да тебе-то плевать, да ты пропавший. Несущий свет. Вот дьявол, который борется со злом.